Всем привет! Сегодня решила снять небольшой ролик о заказе Faberlic по 10 каталогу. В нем были очень хорошие акции. Ну, небольшой получился заказ, потому что, как всегда, ничего не было на складе. Поэтому, ну и заказывала я только себе в этот раз. Заказала вот такую парочку. Бальзам. И шампунь для жирных и нормальных волос с экстрактом клюквы кудесницы. Это серия BioArctic. Мне они очень понравились. Я брала с полярным маком. Решила еще такую взять попробовать. Классный шампунь, конечно, вообще. Обычно я беру от Avon 5 масел, но... Так как уже волосы привыкли, я теперь решила дать им отдохнуть немножко, поменять шампунь. Я так думаю, что они, наверное, все идут с ментолом. Это тут... Не вижу, не знаю. Ладно, посмотрим, будем пробовать. И думаю, не хуже других будет. Решила поменять именно на эту серию. Очень все хвалят на ютубе. Ну, а цена... Вообще 65 рублей по акции, сам Бог велел. Еще заказала вот такое средство, гель для душа и пена для ванн. Два в одном, счастливые моменты. Серия называется «Лавандовый сон». Хотела такого вот она. Ой, зрится как. Лавандового цвета. Ну, запах, конечно, тоже лаванда приятный. Что-то мне захотелось лавандового. Буду пробовать. Как раз пена кончается. Не знаю, если не понравится как гель для душа, буду использовать как пену для ванны. Еще была акция на серию D-Line. Тоже что-то все хвалят, хвалят. Думаю, надо попробовать. Что цена была тоже очень привлекательная, 129 и 109 рублей. Это гель для бритья для женщин с алоэ вера и крем-гель после депиляции. Посмотрим. А тут все зафольгировано, я забыла. Сейчас откроем, наверное. Забываю, что тюбики все зафольгированы, прозрачные, пахнет непонятно чем, наверное, алоэ вера все-таки, не знаю, ни разу не брала, все это буду тестировать сегодня. Кому интересно, напишите в комментариях, расскажу. Здесь белый он идет как крем. Вообще, конечно, проблема после депиляции каждый раз очень сильное раздражение. Девочки, подскажите, кто знает еще какие-нибудь, может быть, хорошие средства. Я уже все перепробовала. Решила сейчас вот это вот взять. Может быть, все-таки поможет хоть что-нибудь. Если кто знает какие-нибудь хорошие средства, подскажите. Буду вам очень благодарна. Еще взяла... попробовать вот такую штучку. Это у нас экспресс средство для удаления лака без ацетона. Такой вот рисунок. Ну, пахнет она, конечно, ацетоном. Там вот такая вот губка пропитанная средством. Давайте попробуем. Маникюр уже можно, так поняла, палец сюда опускаешь. И вуаля. Классно, конечно. Ну, тут чуть-чуть вот осталось. Можно еще раз. Не знаю, насколько ее хватит, конечно, по использованию. Ну, я думаю, может быть, можно даже потом еще налить туда средства для снятия лака. Ну, в общем, я брала ее для лаков... Для снятия текстурных лаков. Может быть, будет удобнее их снимать, чем вот ватный диск постоянно держать. Написано, не рекомендуется
носить в сумочке, потому что все-таки, если будет протекание, то вонь будет страшная в сумке. А так вот, если кто-то любит красить ногти на работе, у нас это очень распространено, например, то вот сидеть вонять вот этими вот баклажками здоровыми, с жидкостью для снятия лака не очень, а так вот красивая баночка, раз, пальчик опустил, быстренько стер, и можно заново делать маникюр. Ну, прикольная штучка. Так, тоже взяла ради интереса. Еще взяла тушь. Тоже была по акции 150 рублей. Такая вот револем. Сейчас покажу кисточку. Не знаю, уже брала тушь от Faberlic. Один раз уже подарила. Очень сомневалась. Не знаю, подойдет, не подойдет. Ну, цена была более чем заманчивая, 150 рублей. Поэтому, думаю, возьму. Если что, потом продам. Или, ну, вчера попробовала ей. Не знаю, может быть, непривычная или как. Ну, в общем, почему-то у меня долго получилось ей краситься. Но потом вот, как бы, ночную смену она у меня выдержала. То есть утром не осыпалось ничего. На глазах хорошо держалась. Поэтому ставлю плюс. Ну вот сейчас маме понесу туши на выбор. Не знаю, какую выберет. Может, эту заберет или Avon. Так что не знаю еще, буду ей пользоваться или нет. Ну, конечно, пробники. Заказала Каори и Кокет. Вкусно пахнут, такие нежненькие на лето. Я все пробую, знакомлюсь с ароматами Faberlic. Были еще пробники, там женщина на работе заказала 3 штучки, но я ее уже отнесла. Ну и маленькая покупочка. Купила тоник «Чистая линия» с васильком. Освежает и тонизирует кожу для нормальной комбинированной кожи. Я вообще как бы тониками вообще не пользуюсь, но тут искала от 100 рецептов красоты, не нашла, решила, думаю, ладно, возьму маленький, попробую сейчас лето. Хочется освежиться иногда в течение дня. Ну, хороший тоник, матирует кожу. Мне понравился, в принципе, уже, значит, пару раз использовала. Ну и что-то меня тут еще прибило на бабушку Агафью в последнее время. Тоже ездили за продуктами в магазин, смотрю, в косметическом отделе под 36 рублей. Думаю, ну как не взять? Тем более маска для волос кончается. Одну взяла вот такую семисильную. Тут, в общем, целая куча всякой всячины. И для густоты, и для эластичности, и для всего, для всего. Не открывала уже или нет? Такого вот она цвета. Ой-ой-ой-ой. Коричневого. Секундочку. Сильно выдавилась. Она наносится на 5-10 минут. А, нет, даже на 3-5 минут. Так, как экспресс-маска получается. И вторая моментальная, тоже 3-5 минут. Я вам сейчас покажу, прочитайте. Маска уход для волос. Содержит витамины, микроэлементы, способствует росту и восстановлению волос. Очищает, тонизирует кожу головы, повышает защитные свойства. Укрепляет корни волос. Ну, будем пробовать тоже. Не знаю еще. Давайте тоже откроем, посмотрим. Такого же цвета, как это. Запаха-то сильно не выражен. Ну, вот такой вот небольшая такая закупочка получилась. Спасибо всем, кто был со мной. Всем пока!